День народного единства уникален тем, что в современной России он появился сравнительно недавно, но вместе с этим его история уходит корнями в дореволюционную Россию. Она связана с избавлением Москвы под руководством Минина и Пожарского от польско-литовских интервентов. Именно тогда проявилась всенародная сплоченность. С приходом советской власти знаменательное событие забылось на долгие годы, однако после смены правящего режима и перехода на демократические рельсы в 2004 году было решено возобновить праздник и с помощью него объединить самый многонациональный в мире народ. 4 ноября в Челябинске состоится митинг в честь празднования Дня народного единства. Торжественное мероприятие стартует в 10:30 на Алом поле, а в 11:30 начнется шествие в сторону площади Революции. Праздник завершится митингом в 12 часов дня.